Ну что ж, наконец-таки многие из нас сумели попробовать новую Call of Duty, с чем вас и поздравляю, поскольку годом ранее выходила, не могу сказать, что какая-то кардинально новая часть, ибо она больше была похожа на дополнение с фиксом баланса, добавляющее Slide Cancel, отчего многие потеряли дар речи и 70 баксов вместе с ними. В этот раз у нас совершенно другая ситуация, выходит полноценная новая часть серии Black Ops, которая добавляет новые функции, механики, карты, о которых я вам сегодня расскажу, исходя из бета, да и в целом о впечатлениях о мультиплеере. Многие из вас, видя сейчас на экране геймплей новой колды, скорее всего зададутся вопросом, а что собственно тут нового? Походу это опять такая же типичная колда, без каких-то кардинальных изменений. На самом деле вы будете правы, и это хорошо, поскольку есть игры, которым не обязательно что-то кардинальное менять, так как у них есть уже довольно прекрасная база, основа, называйте как хотите, которую все любят, покупают и играют каждый год. Не, если вы вдруг хотите поспорить, то напишите в комментариях, как бы вы изменили колду и что вам не хватает. Ибо, как по мне, среди подобных шутеров колда держит очень высокую планку с точки зрения графики, анимации, коннекта и так далее. Но вот что касаемо покупки каждый год, в целом да, для многих это действительно минус, но в этот раз все игроки Xbox, а именно подписчики Game Pass Ultimate, могут это не делать, поскольку эта часть будет с даты выхода сразу же в подписке. Да, это не шутки, и спасибо Филу за то, что потратил 69 миллиардов на Activision Blizzard для того, чтобы все мы сэкономили по 70 баксов. Но за это точно лайк нужно прожать. Кстати, если вдруг у вас все еще нету подписки Ultimate, оформить ее можете по ссылке в описании, и да, лучше это сделать на новый аккаунт и как можно скорее, ибо в начале сентября будет подорожание. Единственный минус, что с приходом Фила, к сожалению, улетучилась полноценная русская озвучка. Субтитры есть, все в порядке, но тупых и в то же время прикольных фразочек, к сожалению, не хватает. Бета у нас, если что, стартануло 30 августа, продлится для тех, кто как раз таки имеет подписку или сделал предзаказ до 4 сентября, ну а дальше будет доступно всем с 6 по 9 сентября. Там уже без каких-либо предзаказов и так далее. К сожалению, для многих бета не прошла идеально, как для меня, ибо многие не смогли почему-то зайти в назначенную дату, тупо вот не запускала. И как это было решить, к сожалению, непонятно, либо серваки переполнены, либо у них траблы. Но это ладно, но надеюсь, что как бы при релизе новой части такого не будет и все пофиксят. Бетка, если что, проходит более-менее нормально, но у меня случались прям жесткие фризы, ну, наверное, стоп-катер где-то на 2 секунды и несколько вылетов, но опять же, для бета это нормально, поэтому в целом она проходит пока все равно более-менее стабильно. Что касаемо игрового процесса, как я и сказал ранее, это все та же самая колда, которую все любят. Быстрая, в меру коридорная и динамичная. Из новшеств можно выделить несколько штучек. Теперь игрок имеет немного другое передвижение, оно стало каким-то более свободным, отчего в целом ощущается больше скорости, когда ты идешь в бок. Если раньше ты, чтобы идти направо, чаще всего туда поворачивался, сейчас ты можешь этого не делать, ибо и так передвижение по скорости будет прям оптимальное. Вы вряд ли это по геймплею как-то заметите, но у колды прям часть презентации была этому посвящено, и мне эти изменения зашли, поскольку чувствуются и играются они довольно-таки хорошо. Отчего даже тот самый слайд можно делать именно боковой и никак раньше только вперед. Исходя из этого изменения, они проапгрейдили еще тот самый прыжок вперед рыбкой. Сейчас его также можно делать во все стороны, это смотрится эффектно в некоторых моментах, но я не могу сказать, что это прям вот мега как-то эффективно. Поскольку если же ты все-таки слайд делаешь движение и его продолжаешь, то с прыжком ты делаешь со стопом, а потом уже начинаешь двигаться, чего по тебе проще попасть. А тебе, по крайней мере из положения прыжка, стало это делать немного сложнее. И мне почему-то кажется, что в этой части АИМ все-таки немножко изменили на геймпадах и немного его убавили. Конечно, я уже повидал ролики челиков, которые новые штуки юзают будто Макс Пейн, и пока непонятно, как это проживется со временем, но в целом все равно прикольное добавление. Если вы вдруг думаете, что это как-то кардинально изменит ситуацию с крысами, не ждите. Все равно многие сидят, ждут, и в целом с точки зрения победы это иногда и правильно, ибо угнаться за прыгающими персонажами и перестрелять их в мету, ну просто бывает сложновато. Еще из новшеств добавили фичу взятия в заложники. Тоже прикольно, но довольно-таки спорно, поскольку на какие-то быстрые катки, как часто это происходит в колде, это не всегда эффективно. Ибо, во-первых, нужно еще попытаться поймать челика сзади и нажать два раза на кнопку ближнего боя. Ну а во-вторых, живой щит, он не такой прочный и точный, отчего вас могут быстро вынести. И мне кажется, данная фича будет использоваться больше для приколов, дерганий, поскольку разрабы еще добавили чат между игроками. И когда один игрок берет в заложники другого, у вас включается чат между собой, и вы можете там поговорить. Ну, короче, как в анекдоте про клоунов, которому одному из них в какой-то момент стало не смешно. Помимо этого добавили эмоции, теперь их 5, они переключаются на третье лицо, чтобы вы смогли
просмотреть свой скин, которых точно будет дофига. Во время боя юзать их не особо прикольно, ибо они сразу не сбрасываются и вызываются на геймпаде не так просто. Нужно нажать крестовину, потом уже выбрать эмоцию и дождаться еще тогда, когда эмоция может пройти. Эмоции, опять же, мне кажется, больше сделали для финальной сцены, где можно выбрать и на главном экране, если ты вошел в топ-3, как-то их заюзать. Хочется еще отметить клевое мини-изменение касаемо своей смерти. Когда вдруг вы помираете, разрабы камеру теперь сделали не статичные, а чего после того, как вас минусуют, вы смотрите свою концовку в неком киношном формате. Самое офигенное, когда тебя выносит либо с гранаты, вы прям смотрите, как ваш щелик отлетает, падает, об что-то стукается, и когда вас сносят со снайпы. При игре ты прям чувствуешь тяжесть всего попадания, ибо на экране тебя прям именно выносят крупным калибром. И хоть это такое маленькое изменение, оно достаточно клево ощущается. Также вернули теперь лучшие моменты матча взамен на последнее убийство, и надеюсь, они нормально будут работать и их не сломают. Что касаемо общей скорости, чувства оружия, звуков, знаете, как по мне, разрабы, мне кажется, смогли угодить всем. Я понимаю, что серия Black Ops, она больше какая-то такая аркадная, а МВшная серия, она больше к реализму, но тут получилось что-то между и крайне приятное. Звук, чувство оружия — это больше к Cold War, но вот темп, чувство управления ближе к МВшной. И тут у нас получается, знаете, такая вот приятная смесь, будто смешали самые вкусные двух серий. Ибо если разница между Cold War и серией МВ капец как чувствовалась довольно хорошо, то вот здесь получилось вот что-то между. Единственное, мне показалось, что они немного убавили скорость в подъеме, немного замедлили кидание гранат, может быть тактический бег, но точно определить это очень сложно, поскольку это прям вот, знаете, мини-мини изменения, и они касаются больше всего баланса, которую поймут только те, кто в колду прям задротит очень жестко. Пушки тоже очень хороши, у них нет той самой огромной визуальной отдачи, которая мало кому нравилась, но в то же время теперь есть 100% мотивации их качать, ибо в прошлой части в МВШ ты можешь взять стоковую сборку и в целом все будет хорошо, но тут так не работает. Лучше все-таки модифицировать, подбирать сборки, короче, готовьтесь собирать мету. Что касаемо интерфейса, к сожалению, они оставили прежним, немного его изменив, и как по мне, он все еще не интуитивный, неудобный, но это дело, поскольку компаньон у игр один, поэтому грусти мы привыкаем. Карты в этот раз, как по мне, получились очень приятные, как и по визуалу, так и по расположению. Нет такой проблемы, что для обнаружения врага тебе прям нужно вглядываться, что все смешивается, как это было с Cold War. Да и по размеру 6x6 они более чем хороши, ибо есть место, где можно и со снайпой погулять, и поноситься с калашом. Темп боя тоже довольно-таки хорош, практически всегда есть контакт. Единственное, респаун иногда работает плохо, но я надеюсь, это починят. Мне лично в этот раз понравилась очень карта Skyline, та, которая с бассейном. На ней, кстати, есть маленький интерактив. Пробравшись под карту, можно либо включить двери, либо наоборот выключить. Короче, такие мини-приколы тоже, видимо, на картах будут. Меня лично в этой части еще очень беспокоил коннект, поскольку если же в серии МВ он был прекрасен, все долетало, перебивы хоть и были, но они были мало заметны, то вот в Cold War, из-за чего, кстати, я в игре не так много пробовал, меня перебивали капец как. Я вообще на самом деле боялся повторения данной ситуации, из-за которой реально было капец как дискомфортно играть. Ибо я при игре прям вот, знаете, напрягался и пытался выстрелить чуть ли не за там 2 секунды до момента выхода игрока. Но эта проблема миновала меня даже в бете, хоть перебивы были, они были не так множественные и не так ощутимы. Короче, с коннектом тоже вроде все окей, но в комментариях напишите, как у вас в этом плане. Она великолепна. Пишу такое мнение в лайв-формате. Я играю уже в бету, по сути, третий день, и знаете, она шикарна, реально. Графика, мувмент, скорость, чувство стрельбы, оружие, она вот ни по каким фронтам не вызывает какого-то кринжа или какого-то там недовольства. То есть всем тем, кто любит Call of Duty, такой быстрый и в то же время коридорный темп боя, не знаю, эта часть, она великолепна, потому что вот эта вот смесь МВ и Cold War. Короче, вот все иксбоксеры, у которых есть подписка, но они обязательно должны эту игру скачать. Опять же, как бы, если вы не любите Call of Duty, вы меня не поймете, но для тех, кто играл, не знаю, в МВшку, Cold War и прочие части, и в целом не против этой серии, они должны быть в этом году действительно рады. Я очень надеюсь, что еще, кстати, будет офигенный зомби-режим. Надеюсь на это. Очень надеюсь, что будет классная кампания. Но вот, опять же, единственное, ну, почему вот эта часть, она не приведена полностью на русский язык, вот это, конечно, очень жаль, потому что, ну, не хватает немножко русского перевода. В общем, как по мне, в этом году выйдет, наверное, та самая колда, которая должна понравиться большинству, поскольку в ней вы найдете все самое лучшее из прошлых частей, ну, по крайней мере, в мультиплеере. И самое главное, что они все еще не теряют тот самый дух колды.
нужды, а именно быстрые и динамичные бои, которые прекрасно скрасят ваш вечер. Помимо мультиплеера, конечно же, при выходе нас ожидает полноценная сюжетная кампания. Исходя из геймплейного ролика, будет прям экшен-экшен. Надеюсь, конечно, не одна миссия, а вся кампания, как раньше, в старых частях, ибо в последние разы именно в серии МВ было что-то такое себе. А еще нас ожидает зомби-режим, и напоминаю, что это все по подписочке Game Pass Ultimate для Xbox'еров, ну или для тех, кто ее юзает на ПК. В общем, я не знаю, как вы, но я от бета, честно говоря, остался доволен, под хорошим впечатлением, и точно буду гонять и ждать выхода данной игры. Обязательно напишите свое мнение, как вам колда, может быть, у вас совершенно иное мнение, это тоже нормально. А на этом у меня все, большое спасибо за просмотр, если видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь, и до новых встреч, пока-пока.